конкурс «Дети читают стихи». Подоляк Анастасия, 8 лет, город Москва. Эдуард Асадов. Россия начиналась не с мяча. Россия начиналась не с мяча. Она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на башне. В руках веселых только от труда по добродушию иногда не сразу возмездие вздымалось. Это да, но жажды крови не было ни разу. А коль вверх одерживали орды, прости, Россия, беды сыновей, когда бы не усобицы князей, то как же ордам дали бы по мордам? Но только подлость радовала зря. С богатырем недолговечны шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить — вот это уже дудки. Ведь это было так же бы смешно, как, скажем, биться с солнцем и луною. Тому порукой озеро Чудское, река Непрядва и Бородино. И если б тьмы тевтонцев и Батыя нашли конец на родине моей, то нынешняя гордая Россия сто крат еще прекрасней и сильней. И в схватке с самой лютою войною она и ад сумела превозмочь. Тому порукой города-герои в огнях салюта в праздничную ночь. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала, ведь доброта сильнее, чем война, как без корысти действеннее жало. Встает заря светла и горяча, и будет так вовеки нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.